Здравствуйте, дорогие друзья! До начала нашего концерта осталось всего пару минут, но прежде чем мы начнем, мы хотели бы выразить признательность нашим партнерам. Кафе «Маршмеллоу» — у них самые вкусные бургеры, шаурма, хот-доги, гонконгские вафли, также есть настольные игры. Ван Юань — китайская кухня, одна из самых необычных в мире. Кафе «Ван Юань» приглашает вас к себе. У нас вы сможете попробовать самые различные блюда китайской кухни. DCT Clinic – цифровой дизайн улыбки. Мы используем специальную технологию планирования эстетической реставрации фронтальных зубов. Мэри Потеря – дарите близким эмоции. Мастер-классы по лепке из глины расслабляют, отвлекают от суеты и развивают мелкую моторику. По адресу БЦ ИОН, офис 304. Школа верховой езды «Золотая подкова» – место, где вы сможете погрузиться в удивительный мир – мир лошадей. Мужской магазин одежды «Бренд Шоп» предлагает самые доступные цены и актуальные новинки сезонов для мужчин любого возраста по адресу Смолина, 63. «Вилби», «Улан-Удэ» – доставка сочных бургеров, ароматные пиццы и хот-доги. Аюрведический центр релаксации и медитации. Звукорезонансная терапия поющими чашами. Магазин женской одежды «Choice Brand» поздравляет всех участников клубка первокурсников и приглашает посетить их магазин по адресу торговый центр «Столичный», второй этаж, 33-й бутик. Технический продакшн ваших событий. Компания «Дамзвук 03» предоставляет комплексную техническую поддержку мероприятий любого формата. Языковые курсы английский, китайский, корейский, немецкий. У нас преподают сертифицированные преподаватели, проходившие стажировку за рубежом с использованием самых новых учебных пособий. Образование за рубежом, гранты, стипендии. Мы на протяжении 15 лет занимаемся отправкой детей и взрослых на обучение за рубеж по разным программам. Мастер по наращиванию ресниц по адресу Смолина, 65. Флора Букет 03 предлагает вам различный ассортимент съедобных композиций под любой вкус. Thank you.
жизни Бурятского государственного университета. Вы спросите, почему? Потому что данный конкурс уникален тем, что юные дарования, а именно первокурсники, дарят вам свое творчество. На ваших глазах, прямо здесь и сейчас, вы видите, как раскроются новые таланты на сцене, которая видела немало за свою 90-летнюю историю. Засияют новые лица, зазвучат новые имена. Ведь БГУ – это центр притяжения креативной, целеустремленной, яркой и дружной молодежи со всех просторов нашей Родины. Которые с самого рождения впитали любовь к родной земле, степному солнцу, великим и бессмертным горам, прозрачным водам Байкала. Любовь, которая складывается из родной культуры, уважения традиций и истории. Встречаем бурными аплодисментами Восточный институт, станция...
прекрасные и чудесные первые шаги творчества наших первокурсников. Они подобны вальсу. Ребята с каждым шагом оттачивают свое мастерство, стремясь к совершенству. И стараниям нет предела, ведь некоторые даже никогда не выходили на эту сцену. А сейчас они тут, на сцене, уже ставшие родной альма-матер. Самые лучшие, восхитительные, красивые и юные. Закружат нас в вальсе стремительном, легком и жизнерадостном. Он буквально пропитан романтикой, которая ощущается в каждом движении танцоров. Подобно сказочному фениксу, он возрождается вновь и вновь. Будь то классическое исполнение или стилизованное, но вальс всегда прекрасный и юный, как сама жизнь. Именно он объединяет в себе хореографию, литературу, историю и музыку. Встречайте первокурсников Института математики и информатики! Thank you.
Может, Пушкин, мастер слова, но он игрок, что поискать.
не проиграл лишь честь героя, когда позвал себя стрелять. И это все великий старец, где там тот пышный водопад, где слов огромные запасы, что ты так сильно нам впирал. И знаешь что? Язык наш вечен, он как последний из врагов, всегда огромен и беспечен, считая, что он всех убьет. Но правда ваша, вы герои, что люди сами возвели, все пьедесталы и пороки, их всех мы в боги возвели. Они талантливы, велики, а ты лишь жалкий человек. Зачем ты пишешь, если знаешь, что ты никчемен, как мы все? Вот был занятен, его книга нас так описывает всех, что просто так и говорится, и это просто мы. Пойми, вот там играет тень искусства, ведь так нам краски уж нужны. Все тут герои без огласки, готовы сброситься в обрыв и положить на эту мысль, что каждый сам тут пишет чушь. Могу я также четко мыслить и стать великим, как все тут. Хотя я вправе быть забытым, но все же стоит уточнить, я не бесака и не бесака, я стихоплет, меня прими. Поколений и признанных мастеров, и тех, кому еще предстоит оставить свой заметный след в истории университета. Совсем недавно отгремели юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию БГУ. Это было самое яркое событие этого года. За эти годы из стен нашего университета выпустилось свыше 70 тысяч квалифицированных специалистов. Многие выпускники приехали из разных уголков нашей Родины, страны и мира для того, чтобы стать частью этого знаменательного события. И даже если кто-то не сможет радость встречи, мы все равно красной нитью связаны с историей великой Альма-Матер. И несмотря ни на что, узы студенческой дружбы, братства и единства будут крепнуть еще сильнее.
зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Да меня надо убить! Я так утопилась. Отдохнуть бы, отдохнуть. Я чайка. Нет, не то. Я актриса. Да. И он здесь. Ну, да, ничего, ничего. Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами. И мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом. А тут забота любви, ревность, постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, ничтожной. И играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Нет, не то. Помните, мы подстрелили чайку. Случайно пришел человек, увидел, и от нечего делать погубил. Сюжет для небольшого рассказа. Нет, это не то. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так. Я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене. И чувствую себя прекрасно. А теперь покажи вот здесь. Я все хожу пешком. Все хожу и думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, что в нашем деле все равно. Играем мы на сцене или пишем. Главное не слава, не блеск. Не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умею нести свой крест и веру. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни. Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь уже поздно. Я еле на ногах стою. И истощена. И мне хочется есть. Свою любовь.
Бу-б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 у
Thank you.
песни в студенческой жизни. Именно поэтому наши студенты БГУ стабильно становятся лауреатами и обладателями гран-при международных, всероссийских, межрегиональных фестивалей и конкурсов. Кубок первокурсников – это уникальная стартовая площадка для того, чтобы каждый первокурсник мог раскрыть свой творческий потенциал. Ведь это только начало пути, и мы с гордостью будем поддерживать лучшие традиции нашего университета и умножать славу нашей прекрасной республики и родного города. Thank you.
Thank you.
Я думаю, все уже заждались и с нетерпением хотят узнать, как же именно распределились места на нашем творческом олимпе. Хочу напомнить всем нам, что в этом прекрасном конкурсе нет проигравших. Мы все победители. Мы прошли боевое крещение на кубке первокурсников и готовы с удвоенной энергией творить наше светлое будущее. А прежде чем мы приступим к церемонии награждения, мы хотим выразить благодарность нашим спонсорам. Эйфел, парфюм, ароматы по мотивам мировых брендов. Мы смогли повторить ароматы известных брендов, минимизировать издержки и сделать их доступными каждому. Ледовая арена Айсметр. Первая открытая круглосуточная арена в Улан-Удэ, где ты сможешь увидеть захватывающие хоккейные матчи, невероятной красоты представления от фигуристов, покататься от души и просто весело и круто провести время с пользой для здоровья. Автошкола Мастер-класс. Больше 15 лет опыта. Бесплатная неделя обучения. Обучение на категории B и C. Рассрочка 0% на полгода от Сбер и внутренние на 1.5 месяца. Бесплатные внутренние экзамены. Очные и дистанционные уроки теории. Восстановление навыков вождения. Восстановление знаний по ПДД. Ждем вас по адресу улица Намжилова, 6. Додо пицца – это незабываемый вкус, строгий контроль качества и удобное приложение. Все это в трех кликах от вас. Скачать приложение, выбрать пиццу, оплатить. Готово! Елена Кейк. Десерты на заказ – вишенка любого праздника, который не купишь в магазине. Они создаются вручную по индивидуальным эскизам и идеям заказчика. Предлагаем десерты с натуральным составом и большим выбором начинок. Картинг-арена Улан-Удэ – это 300 метров скорости и порция адреналина. Уникальный гоночный трек в Бурятии работает каждый день для любителей скорости и активного времяпрепровождения. Вас приветствует Hair Studio. Восстановление и реконструкция волос, кератиновое выпрямление волос, нанопластика, ботокс, холодное восстановление и еще много других процедур есть для вас по адресу Смолина, 67/1. Фитнес-центр «Цитрус». Дорогие студенты, в фитнес-центре вы можете приобрести абонемент в тренажерный зал со скидкой. Школа-студия «Таша». В нашей школе-студии вы можете получить следующие услуги. Все виды чистки лица, уходовые процедуры по типу кожи, фракционная мезотерапия, аппаратные процедуры по лицу и телу, массаж лица и тела, пилинги, холодная парафинотерапия для рук и ног. Фотограф Мария занимается фотографиями более 3 лет. Проведем для вас индивидуальные лавстори, парные, творческие и свадебные съемки. Постоянный партнер всех наших мероприятий GSM. Магазин аксессуаров и запчастей для ваших мобильных телефонов. Защитные стекла, чехлы, кабели для смартфонов, наушники, зарядное устройство от 50 рублей. Проспект 50-летия, октября 11. А сейчас мы хотели бы пригласить на эту сцену для ведения церемонии награждения нашего старшего коллегу Никиту Муравьева. Поаплодируем! Без подкола старшего, да, товарища по сцене, как говорится. Дорогие друзья, ну что ж, настал момент, этот долгожданный и торжественный церемония награждения. У нас в зале витает волнение, у нас в зале трепет, да, потому что каждый из нас по-своему хочет забрать свой приз, хочет победить в Кубке первокурсников 2022. Итак, мы начинаем! Мы приглашаем на сцену члена многоуважаемого жюри, эксперта по вокалу Сесек Аюшееву. Номинацию «Инструментал соло» завоевала Марина Кармаева с музыкальным произведением «На этапе». Thank you.
института филологии иностранных языков и массовых коммуникаций Дарья Цыулина с песней «Калина». Спецприз. Конкурс за осмотр талантов кубок первокурсников. Вручается вокально-инструментальному номеру студента физико-технического факультета. Любите, девушки, простых романтиков. Виталий Гасанов и Артем Маркада. Дорогие друзья, давайте скажем огромное спасибо ССЭК Сергеевне за время, которое она нам уделяет ежегодно. Спасибо большое. Аюну Бадмаеву! Друзья мои, бурные аплодисменты! В номинации «Танец народно-сценический» побеждает Восточный институт! Завоевали Дарья Куликова и Тамир Гарылов. Куда ж БГУ? Громче аплодируем, друзья! Номинация «Бальный танец вальс». Удостаивается Институт математики и информатики! Первокурсников 2022. В номинации «Восточный танец» награждается колледж БГУ с номером «Убежался» Дарья и Софья Алексеевы. Уважаемый зал, давайте скажем огромное спасибо Аюне Александровне за мнение. Для награждения оригинального жанра и современного направления в хореографии мы приглашаем на сцену руководителя творческого коллектива Project A2 Тимин Ли. В номинации хип-хоп побеждает группа Sunset Института экономики и управления с номером физической культуры, спорта и туризма стал бесспорно оригинальный номер «Свобода».
юридический факультет. Кубка первокурсников 2022 признан Вермиллион Восточный институт. Постановщик Раджана Жамбалова. Приглашаем на сцену председателя нашего жюри Айгуль Буяу! Номинацию «Авторское стихотворение» завоевал Альберт Аверочкин, писатель я, или же писака, исторический факультет! Побеждает Саяна Замбулаева, Восточный институт! С монологом «Мили заречные» из пьесы Чехова «Чайка». В номинации «Эстрадный номер» награждается Восточный институт! Восточного института. За номер «Одинокая вишня» в исполнении Марины Гапаевой и Вероники Гамсараева. Уважаемые зрители, давайте поблагодарим очень-очень громко Айгуль Зайнидинову. Для продолжения церемонии награждения мы приглашаем на сцену председателя Федерации студенческого самоуправления БГУ, студента Сергея Башиева! Ну что ж, в номинации «Лучший ведущий» побеждает Восточный институт! Медицинского института Милана Нарбуева! В номинации
студент первого курса факультета физической культуры, спорта и туризма Дмитрий Буркин! Побеждает «Мой взгляд» исторический факультет! В номинации «Лучшая команда организаторов» побеждает команда «Исторического факультета»! Ну что ж, и, конечно же, номинация «Лучшая команда болельщиков». В ней побеждает команда химического факультета! Скажем вам большое спасибо за награждение наших номинаций. Для слов поздравления и церемонии награждения учебных подразделений приглашаем на сцену проректора по молодежной политике ПГУ Ивана Сергеевича Логинова. Иван Сергеевич, вам слово. Спасибо, Никита. В первую очередь, дорогие участники сегодняшнего праздника, дорогие гости, разрешите поздравить вас и, самое главное, передать слова благодарности нашего ректора от Алдара Валерьевича до Амдинова. Поаплодируем нашему ректору! Алдар Валерьевич, безусловно, поддерживает все творческие инициативы нашего университета и, более того, готов постоянно помогать нашим студентам реализовать свой талант, свой потенциал. Да, у нас были сложные 2 года, когда коронавирус не позволял нам собираться в полном масштабе и проводить такие большие торжественные праздники. Но вот эти 2 года минули, и сегодня мы в полном составе. Наши студенты показали лучшее, на что они способны, и будут стремиться к большему. Поздравим наших студентов с таким замечательным почином! Ну что ж, друзья, вот и настал тот самый волнительный момент. Награждение факультетов и институтов по номинациям. Так давайте же зададим больше настроения, больше шума, больше аплодисментов! В номинации «За стремление к прекрасному» награждается Педагогический институт! Награждается факультет биологии, географии и землепользования. Друзья мои, больше аплодисментов. Юридический факультет!
концерта мы награждаем Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций. Мы награждаем химический факультет. Пути награждается Медицинский институт. Концерта награждается Институт математики и информатики. Физико-технический факультет. Мы переходим к награждению лауреатов третьей, второй и первой степени. За отличную режиссуру, драйв и патриотичность участников концертной программы награждается лауреат третьей степени факультет физической культуры, спорта и туризма.
представленных жанров, искренность и одухотворенность участников концерта. Мы награждаем лауреата первой степени. Им становится... За многогранность таланта, неиссякаемый источник вдохновения, преемственность поколений и стабильность. Гран-при вручается Восточному институту! Гран-при Кубка первокурсников 2022. Восточный институт! Членам жюри и Федерации студенческих управлений за организацию проведения такого прекрасного мероприятия. Также отдельно благодарность мы хотим выразить Виктории Римовне. Она нам очень сильно помогла. И отдельный подарок от нас, от студентов Восточного института. Спасибо Ивану Сергеевичу за награждение номинации.